Бытовые разборки привели к трагедии. Воспитанник нижнекамского хоккея продлил контракт с нефтехимиком. Об этом не только. Прямо сейчас это новости на телеканале НТР. В студии Вадим Струминский. Здравствуйте. Убийство на почве ревности произошло на строителе 8Б. Накануне утром 41-летний подозреваемый поругался с супругой. Мужчина приревновал ее к соседу. Далее он взял нож, купил в круглосуточном магазине бутылку водки, выпил ее залпом и пошел на разборки. После ссоры с соседом подозреваемый вытащил кухонный нож и начал наносить удары. Когда понял, что оппонент не дышит, вызвал скорую полицию. Сейчас местный житель находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. В Нижнекамске поймали пьяного водителя, у которого при допустимых 0,16 промилле прибор показал 1,2. Норма была превышена почти в 8 раз. Серьезное нарушение зафиксировали в поселке Строителей. Машину тут же забрали на штрафстоянку, а нетрезвый мужчина отправился домой пешком. В среднем в Нижнекамске ловят 4 пьяных водителя ежедневно. Дорожные полицейские опасаются, в майские праздники количество пьяных за рулем может возрасти. За вождение в нетрезвом виде положен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет. Артистизм, исполнительское мастерство и оригинальность танца – такими стали критерии успешного выступления на гала-концерте муниципального конкурса хореографических коллективов. В этом году конкурсанты боролись за призовые места в 5 номинациях, а именно детская, народная, стилизованная и эстрадная постановки и спортивно-бальные танцы. Участие приняли 39 танцевальных коллективов города. Подробнее мы расскажем в вечернем выпуске новостей. В хоккейном клубе «Нефтехимик» официально подтвердили информацию о продлении контракта с игроком обороны. Речь идет о воспитаннике нижнекамского хоккея. Максим Березин продлил соглашение с командой на 3 года. Всю свою профессиональную карьеру защитник играет в родном клубе. Всего на его счету 310 матчей за «Нефтехимик», в которых он набрал 71 результативный балл. О погоде. За окном сегодня плюс 11 градусов, облачно с прояснениями. Возможно, небольшие осадки в виде дождя. В Нижнекамске обсуждают будущее городского парка, и горожане начали подготовку к Пасхе. Об этом смотрите в следующих выпусках. Я напоминаю, что связаться с нами вы можете по телефону 400770 или через сайт ntrtv.ru. До встречи!